Так, ребят, в этом видео показываю вам отельный комплекс Шарм Плаза и Шарм Резорт 4 звезды. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самой объективной информации. Погнали! Так, заходим в наш холл. Ну что, холл выглядит ничего, но видно все такое, конечно, ну, требует реновации, короче. Сразу у нас находится ресепшн, там где туристы регистрируют свое проживание. Вот он так выглядит. А слева у нас, ребят, по-моему, находится бар. Да, даже чувствуется запах уже немножко возраста. Смотрите, как это все по-чудному выглядит. Такое красное. И вон наш бар. Ладно, пойдем пройдемся по территории. Посмотрим, что тут у нас с номерами. Так, ребят, вышли мы на территорию. Сильно долго гулять не будем, много не покажу. В принципе, все видно сразу сходу. Все требует реальной реновации. Ну, может быть, некоторая мебель чуть-чуть более-менее выглядит. Ну, а в основном все, конечно, ребят, ну, вообще, как бы, очень-очень все в стареньком состоянии. Посмотрите вот на это. Ну, ладно, такое частенько где-то встречается. Кстати, сейчас вам показываю бассейн, смотрите. Ну, уютно тут, ребят, ветер не дует. Вот большой плюс. Единственное, что ветер не дует. Все остальное видно, что, ну, такое, конечно, времен СССР, типа такого. Ну, вот такая мебель. Вот зеленая красивая территория. Опять, за зеленью ухаживают. То есть, с другой стороны, смотрите, вон газончики, бедненькие, бедненькие, редкие газончики. А вот деревья красивые. Так, и вот, кстати, тут поближе видно шезлонги. Шезлонги, ну, тоже старенькие. Ну, ничего, шезлонги еще более-менее. Полотенечки уже выгоревшие немножко. Ну и это, в принципе, ребят, ничего. Это еще ничего, как бы, я же говорю. Есть тут в отеле гораздо такие серьезные, гораздо серьезные моменты, которые я вам дальше расскажу. Я расскажу, в принципе, как бы, за что там плюс. Один тут плюс, я за него расскажу. Ну и за жирный, прижирнющий минус я тоже дальше расскажу в этом видео. В общем, пойдемте дальше по территории. Покажу вам номер, и тогда уже в самом конце, ребят, я вам подобью уже итоги, что я вам могу сказать по этому отельному комплексу, который состоит из двух отелей. 4 звезды и 5 звезд. Так, думал, тут какая-то панорама у нас будет, а у нас тут только такая вот колонка обитая. Так, это у нас Junior Suite, это ванная. Значит, ну, в принципе, умывальник чистый, есть минимум косметики, фен нового образца, чистый унитаз и ванна, и душ. Все более-менее нормальное. И, ребята, сам номер. Так, у нас здесь две раздельные кровати, слева плазма, столик, кресло и вид. Прямой вид на море, правда, немножко видим крыши других номеров. Но просторный балкон, древние деревянные стулья и столик. И смотрите, какой вот интерьер, ребят, какой наш шкаф, вот как выглядят двери. Я тащусь. Так, ребят, это был у нас Junior Suite с видом на море. И сейчас, наверное, мы еще одну категорию номера посмотрим. Это, по-моему,
По-моему, нам стандарт должны показать. В общем, пойдемте дальше смотреть этот отельный комплекс. Так, смотрите, ребята, вот грандиозная штука. Я не знаю, она работает или не работает, но здесь есть вот специальное устройство для того, чтобы в бассейн люди с инвалидностью могли попасть и поплавать. Я не знаю, работает эта штука. Может быть, дальше спрошу у кого-то. Но это я впервые вижу во всех отелях Шарм-эль-Шейха. Я еще такого не встречал. Я очень удивлен, ребят. Так, ребят, еще раз вам показываю, ну, ресторан, главный ресторан отеля, отельного комплекса Шарм Плаза 5 звезд и Шарм Резорт 4 звезды. Так, вот мы вышли опять из холла отеля, отельного комплекса, вернее. Сейчас идем по территории отеля, чтобы посмотреть номера категории стандарт. Ну, тогда давайте я вам чуть-чуть покажу эту территорию, по которой мы идем. Так, получается, вот здесь, в этой части, все, в принципе, относительно красиво, но чувствуется ветерок. То есть туда, если мы заходили на территорию, там где пятерка, то там ветер вообще не чувствовался. Ну так вот территория сделана, а здесь чуть-чуть чувствуется ветерок. Но опять тут что, мы максимум что мы пройдемся здесь, в принципе, то особо инфраструктуры то нет у отеля. Вся инфраструктура основная там находится, за ресепшеном перед морем. Ну, а мы подошли, получается, к корпусу 7. Это еще считается Шарм Плаза. Так, ребята, показываю вам номер, вернее, санузел в номере категории стандарт. Новый фен, чистый умывальник, чистый туалет и небольшая кабинка душевая. Значит, в принципе, чистое все. Ну, полотенечки тоже белые, чистые. Так, и дальше вот сам, в принципе, номер. Две кровати. Большие, но односпальные. И, кстати, именно в этом номере, что нам показали, в нем нету балкона. Есть вот такая плазма. И вот такой вот мини-бар. Ну, вернее, как холодильник здесь. Ребята, вот на пляж отеля Шарм Плаза. Смотрите, как он выглядит. В принципе, такой вот просторный. Видите, шезлонгов, зонтиков хватает. В общем, много свободного. Вход с понтона. Понтон очень-очень короткий. Да, такой замечательный, ребят, пляж. С хорошим, нормальным коралловым рифом. Да, он чуть-чуть по красоте уступает отелю Риф Оазис Blue Bay. Тот, который расположен возле него. Но это хороший риф, ребят. А вот отель так запустил себя. Ладно, давайте вам покажу, как выглядит пляж с водички и что у нас есть под водой, какой коралловый риф у отеля Шарм Плаза 5 звезд и отеля Шарм Резорт 4 звезды. Так, ребят, это небольшой фрагмент подводного мира этого отельного комплекса, но полный обзор рифа отельного комплекса Шарм Плаза будет в отдельном видео. Я проплыл почти полностью пляжную линию этого комплекса. В общем, в отдельном видео вы обязательно увидите, какие здесь есть красивые кораллы, каких я видел рыбок. Все это будет в отдельном видео. Так что обязательно подписывайтесь на канал и ждите выхода нового видео. Ну что, ребят, посмотрели мы этот комплекс. Значит, номера смотрели мы только именно, которые относятся к пятерке. Вроде бы 9-й корпус, который относится к четверке, там что-то реновация была. Не знаю,
Если что, напишите это в комментариях, если вы там жили в 9 корпусе. Но что могу сказать по отелю? Ребят, просто заходишь, вот переступаешь ресепшн, и там запах древности, древнего СССР. Вот сложно по-другому назвать. Это вот так вот, ребят. Это просто вот так вот. То есть отель в глубокой реновации нуждается. Это его самый слабый такой вот момент у отеля. Поэтому тут, как ни крути, везде будет чувствоваться вот эта вот старость. Соответственно, из этого вся и сложность в этого отеля. Больше я такого, как бы, чего-то критического сказать не могу. А вот плюс единственный у отеля — потрясающий риф. Ребят, я сегодня плавал возле пляжа отеля Шарм Плаза. Вот, видел ската. Вы тоже это можете посмотреть в другом моем видео. В общем, ребят, я не говорю, что с этим отелем делать. Вы напишите в комментариях под этим видео. В общем, на этом все. Пишите, отдыхали вы здесь или не отдыхали, что понравилось, что не понравилось. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.